Estan klasiklerinde bugünkü Coca-Cola Super Lig 3. turundan vurma olgan Nabo Onasar Köşkü'den Kingi Matbo Tanju'nun ikinci kısmı hoşçakalımız. Önde Nabo hocamız boş muna bir Viktor Amanc'a bir şey ortaya yaptı. Viktor Amanc, prejist всего, ваше мнение о сегодняшнем игре, в общем, как проходила игра? Ну, тяжелая игра очень для обеих команд. Вот. Обе команды, как вы знаете, начали неудачно с поражений, после первых поражений на своем поле. Конечно, психологически очень сильно бьет по игрокам, когда терпишь поражение перед своими болельщиками, очень тяжело психологически. Вот. Ну и я думаю, что сегодня все-таки результат, ну, закономерный, надо сказать. Вот. Да, были и какие-то моменты у нас, были какие-то моменты у Насафа. Ну, я считаю, что итог закономерный, ничейный. Наверное, было бы обидно, если бы какая-то... Конечно, хотелось, чтобы выиграл Навбахор на своем поле. Вот. Ну, что поделаешь, не получилось. Вот. Произошла у нас вынужденная замена, тяжелую травму получил Мирзахит Гафуров. Вот. Незапланированная такая замена. Вот. И... Меньше для варьирования там с заменами, вот, конечно, уже не было маневра. Вот, ну так, вкратце, по игре. У кого-то есть вопросы, пожалуйста, будут задавать вопросы. Есть, пожалуйста, пожалуйста. Хотелось бы знать ваше мнение, на поводу этого года, ну, на поводу 2020 года. Комплектация команды. Насколько вас устраивает? Если нет, то какие могут произойти изменения или нет? И второй вопрос сегодняшнего игра. Насколько вас стали довольны его результатом команды? Ну, по селекции, значит, доволен, я недоволен. Сейчас уже об этом нету речи, потому что все, заявка закрылась. Из тех игроков, кто уже есть в команде, мы будем уже думать, как кого, на каких позициях лучше использовать, как, что можно улучшить в функциональном плане в общем команды, что можно улучшить во взаимодействиях, какие звенья лучше. Практически, ну, как... Я приступил к работе практически, ну, получилось неделя всего. За эту неделю мы сыграли две игры. Ну, теперь будет какое-то время в промежутке, в перерыве. Ну, более поглубже будем вникать в качество игроков. Поэтому говорить, что какая селекция сейчас, это бесполезно. Вот. И, ну, сегодняшняя игра показала, что очень не случайно вот, Насаф занял второе место в прошлом году. Хорошая академия, хорошие традиции, хорошая преемственность. Вот. Грамотный очень тренер, который последовательно готовит смену. Вот. Их вводит в состав, вот, и они ничем не уступали, значит, опытным игрокам, даже те молодые ребята, которые вчера еще в дубле были, они не уступали ни нашим, и по качеству игры не уступали тем игрокам, которые уже давно играют в их команде. Вот. Ну, по самоотдаче, ну, все игроки, которые выходили на поле, ну, все, где-то мастерства не хватило, где-то везения, где-то самой подготовки не хватает каким-то игрокам, на каком они уровне сейчас. Ну, за какой-то маленький промежуток времени невозможно сразу все исправить и сразу, чтобы все получалось. Ну, где-то с Локомотивом чуть больше получилось. Здесь соперник более слаженный механизм, как говорится, командный отработан. И
по уровню мастерства игроки нет таких каких-то, чтобы игроки выпадали из игры. Вот. Ну, тяжелая игра, очень тяжелая игра. Но все-таки, как бы ни было, ребятам я должен сказать спасибо, что все-таки они все старались сделать, все-таки переломить игру, постарались, чтобы победить. Но где-то хладнокровия, где-то мастерства не хватило. У кого-то есть еще вопрос? Виктор Иванович, ваше мнение насчет судейства? Сегодня были немногие погрешности судейства, где можно было дать штрафную рамку, где можно было дать 50-50, можно было дать. Ну, мне кажется, понимаете, ну, тяжелая игра и для судей тоже была. Очень плотная игра, вот, много, конечно, борьбы. Еще, видите, немножко скользящее такое поле. Вот, ну, в целом, я думаю, грубых таких ошибок они не допустили. Чтобы они такие ошибки, что они так повлияли на результат. Ну, конечно, хотелось бы, может, там, хотя бы там можно было, если не 11-метровый, наверное, там и карточку мог игрок получить, и штрафной. Но это уже больше компетенция не тренеров, а компетенция судейского комитета, инспекторов. Вот. Мне кажется, ну, все-таки они грубых ошибок не допустили. Штатный состав против «Локомотива» изменения были. Что вас вынудили изменить состав? Стартовый и вот Ташкенте там три вара пенальти назначили, два в пользу Новогорода. На этот раз все говорят, вот повтор тоже видели, тоже был пенальти нам, на этот раз вар не сработал. Ну, изменения по составу, значит, в «Локомотиве» то же самое, очень тяжелая игра была, очень большая нагрузка выпала на центральную зону, вот. Удачно вышел Эхсон Пашамбе, вот. Все игроки, тот же Славича, тоже очень хорошо вошел в игру. И мы же судим не только по тому составу, который выходил стартовый там с «Локомотивом», но и по состоянию игроков, и по их самочувствию. Вот, как они в тренировку выглядят, какие взаимодействия во время подготовки к игре в этих игровых ситуациях. Вот, все анализируя и учитывая качество игроков, больше всего, конечно, мы опасались 77-го номер Базарова, опасались Наркулова, да, там 19-й номер, да, это 19-й номер нападающий, очень хорошо проявил себя с Алмалыком, поэтому с учетом того, а? Нарчаев. Вот. Но с учетом качества игроков и где у них упор делается, и плюс то, что мы на тренировках видим, как получается и что получилось с «Локомотивом», что не получилось с «Локомотивом». Вот. Поэтому, кстати, была смена игроков. Вот. Ну, в целом, одна замена вынужденной была, я повторяю, когда Мирзахида Гафурова пришлось в перерыве, хотя укол сделали, вот, но я боюсь, чтобы самое главное, не было тяжелой травмы у него. Вот. И последний вопрос, у кого-то есть. Если не секрет, у вас контракт на сколько заключен? Ну, это контракт, это очень большой секрет. 32 декабря. Это был последний вопрос. Спасибо за внимание. Я думаю, это несущественно. Охор грелик, ну? Ладно. Последний.
rayonumuz burada, Nuran Tanrıyılmaz. Oyunumuz üzerinde çok ağır buldu demişiz. Yani şu oyunda Nabahor'u kaysa oyun çıkarmaz. Bunun muhlisi de, çünkü yılın muhlisi kurdu. Kaysa bir oyuncumuz, hala bir oyuncu verdi. Kaysa oyun çıkarmış, çünkü kişiler geçti. Maydan. Понятно? Не совсем. Ну, игра была тяжелая. Какие игроки проявили себя из Набахора, и какие игроки просто так это шили, пошли на поле. Вот такой, по вашим мнениям. Сыграли матч. Так. Ну, вы сами все прекрасно, хорошо видели сверху. Вы тоже как футбольные журналисты, обозреватели, корреспонденты, вот, блогеры, вот, пресса, медиа. Вот. Вы сверху хорошо видели. И болельщики тоже видят, понимают, что видно было, кто-то выпадал из игры, кто-то больше, кто-то меньше. Вот. Ну, видно было, что кто-то из игроков подустал, у кого-то было больше брака. Вот, я мне кажется, что мы это с вами разберем внутренней нашей кухне. Вот, когда сверху, мы сами тоже сверху посмотрим, где было, ошибались, где не добежали, где не открылись, где подачу неправильно сделали или вообще ее не сделали. Но в целом, ну, процентов на 80, вот, может, на 70. Каждая игра, в общем, игра команды процентов на 70, на 80 меня удовлетворила. Но вот эти 20-30% у нас еще есть потенциал, который мы должны, как говорится, который в команде, его раскрыть. Вот. Но в целом, ну, ребята сыграли в ту силу, в которую они на сегодняшний день готовы. Вот, это подготовленность и уровень мастерства. Вот, кто-то сильнее, кто-то слабее. Но я не хочу сейчас, что тот выпал, или тот не подал, или это. Ну, это неправильно.